Всем привет, дорогие друзья, с вами Максимилиан Джонс, и сегодня мы с вами отправимся исследовать мир игры Exit From. Это новенький инди-проект от русского разработчика, который пытался создать что-то новенькое. И, к сожалению, какой-то неуверенный и не уверен в том, понравится ли нам этот проект. Просто он попытался сделать что-то необычное. Ну, это судя по описанию в Steam. А что у него вышло из этого, давайте сейчас и узнаем. За получение достижений в моей комнате появляются трофеи. Просыпаемся мы от грозы в своей квартире. А, мы уже проснулись. Я думал, у меня еще и грузится игра. Здесь очень темно. Есть какой-нибудь фон? А, вот. Странно. Я, видимо, куда-то не туда смотрел. У нас есть вентиль. Ага, на F что-то хватать. Отлично. Возьмем денежек. Поддержка. Ладно. Видимо, не будем брать денежки. Можно поспать. Нет, поспать нельзя. Все, мы проснулись. О, отлично. Можно грозу почаще, а то вообще ничего не видно. Подожди, это точно хоррор? Я, в принципе, когда-то так и жил. А многие так до сих пор живут. Бы что-нибудь разглядеть в этой темноте. Ванна перевернута, бардак. Ну, я так понимаю, здесь была обычная вписка. Что? Серьезно, дырка в полу? Это мы что, в общаге какой-то? Я хочу на кухню. Пусти мне дверь, пожалуйста. Ладно. Есть кто живой? Потрясающий обед студента. Топорик. Я надеюсь, он нам пригодится. Можем мы им защищаться как-нибудь? Тут же вроде как маньяк есть какой-то. Так, физика объектов здесь работает. Мне это нравится. Что-то где-то течет, капает и раздражает меня. Да блин. Пустите меня, пожалуйста. Ужас, блин, я таких туалетов давно не видел. Неужели действительно кто-то так живет? И мы потрясающе перегородили себе дверью дальше проход. Надеюсь, там не было ничего важного. Тампон на двери свидетельствует о чем? Что нам нужен ключ. Хорошо. И от этого нам нужен ключ. От всего... Я слышу шаги чьи-то. Я надеюсь, он не выпрыгнет на нас сразу. Опять вентиля. Я не знаю, в каком мире с помощью вентиля открываются двери. Но, видимо, в этом. О-о-о! Господи, это ж стол! Это мой праздничный стол, который стоит вечно на балконе. Ну, атмосфера на самом деле жуткая, если бы я с детства к ней не привыкал. Ужас какой. Осталась еще одна квартира. О-о-о, черт. Кто-то пытался в туалете запереться, но ему не очень повезло. Бронированная дверь в туалет? Зачем? А! Но ведь это буква У. Ладно. Видимо, это не русский язык. Может, топорик все-таки достанем? Нет? Нет? Ладно, пусть там будет. А! Ты дурак, что ли? Зачем ты на дверь-то встал? И я снова нашел вентиль. Зеленый. Может, они как-то по цветам определяются? Потому что, смотрите, у меня в инвентаре сверху. Один вентиль зеленый, другой красный. Я думаю, это по цветам. Надо найти что-то. Первая попытка, и попытка, к сожалению, не самая удачная. Что это? Я надеюсь, это просто тень от мусора неудачно работающая. Отлично, я нашел спички, слава богу. Фу. Что
Потрясающая графика, я, видимо, настройки как-то снизил. Отлично. Первый коробок. Так. Фу, супер. Теперь хоть мы можем все разглядеть в этом доме. Правда, здесь и так все светло. Особо нам, конечно, не помогает эта спичка, но все-таки, ладно. Попробуем что-нибудь разглядеть. Вот в этой комнате я еще хотел все посмотреть внимательно. Вот, отлично. Теперь мы хотя бы все видим. Здесь еще список. Фу. Все, отлично. Здесь мы хотя бы все видим. Здесь еще есть список. 7. Я так понимаю, это сколько у нас спичек. Я нашел здесь еще в шкафу один коробок. Недостаточно места. А зачем мне топоры разных цветов? Их выбросить как-то можно. Выкинуть предмет. Я думаю, их сейчас начать все выкидывать, знаете, где? В коридоре. Чтобы было потом удобней искать все. Вот здесь белый топор, красный вентиль и зеленый вентиль. Вот так, пусть лежит. Сейчас мы добавим еще белый топор. Ты издеваешься? Она... Что? Лол, прикольно. Она же с первого раза не зажглась. Серьезно? Я не специально? Я так понимаю, это не специально. Блин, что ж ты такой криворукий-то, а? У нас так спичек-то вообще не хватит ни на что. Ну ладно. Я думаю, все. Это все, что я нашел в этих квартирах. У нас есть топоры разных цветов. Один голубой ключ. Коды. Код. Подожди-ка. Ключ я знаю от чего. Но я боюсь спускаться. Я думаю, что маньяк там сейчас на нас и выскочит. Ладно, в принципе, голубой ключ мы нашли. Как закрыто? А, все. Этаж номер 9. Это что такое? Дядя Лёша, тише! Опять нажрался, скотина, не убивай меня! Лёш, дядя Лёша, пожалуйста, не надо! Не надо! Папа, помоги! Дядя Лёша, он опять напился! А! Дядя Лёша, не надо! Чёрт. Только не говори, что все заново. Лол. Первый коробок. Который я уже не могу взять. Я боюсь, что у меня дверь теперь навсегда открыта. На первый этаж. И дядя Лёша там уже стоит. Да, все разбросано точно так же. Значит, Алексей стоит, ждет нас внизу. Я даже не знаю, стоит ли идти его встречать. Ну, здесь я все обыскал. Ладно, время стелса. Да какого черта вы не выносите мусор, а? Дядя Лёша, ты где? Да блин, дядя Лёша, ты задолбал! Нужен белый топор. Красная гайка. Пошел в жопу, дядя Лёша. Так, какой я сказал топор? Черт, я уже забыл. Белый топор нужен был. Черт. Ну, этот придурок здесь стоит, конечно же. Этот предмет не подходит. Черт. Не надо. Дядя Лёша, отстань. Я все папе расскажу, тварь. Твою мать. Капец. Прыгай. Я надеюсь, он меня здесь не найдет. Зато я нашел что-то. Это ключ. Так, дядя Лёша меня не видит. Отлично. Дядя Лёша, иди мимо. Молодец. Чёрт, да почему у меня недостаточно места? Красный ключ. Это, по-моему, который нам и нужен. Я не понимаю, к чему здесь эти зеленые топоры и прочая хрень? Все, побежали. О! Здесь нужен был розовый ключ. Нет, нет. Смерть! А, все, это конец? Я ничего не прошел? Черт. Вот это сейчас обидно было.
Ну, блин, ну сложная игра. Ладно, я попробую еще раз, там уже глянем, что да как. Смотрите, кстати, народ. Это уже второе мое прохождение, и здесь у нас в начале топор. То есть вот как открываются двери. Я, видимо, случайно нажимал F, и у меня открывался он. То есть втыкаем, дверь открыта. Подожди, все комнаты реально изменились, или мне кажется? Да, все поменялось. Смотрите, здесь была закрытая дверь. Теперь она открытая. Но мне сейчас главное хоть какие-нибудь спички найти, иначе это вообще невозможно проходить. Ага, все, я понял. Здесь нужно вставить код голубой. Попробуем найти. А вторая попытка нет? Подождите, а может дойдут достижения? Дядя Леша? Дай-ка хоть посмотрю на тебя в упор. Капец. Как надо бухать, чтобы себя так запустить? Ты хуже, чем монгол выглядишь, ты понимаешь это? Вот тварь, смотри, просто стоит, как мыши смотрит, а? Вот урод. Я, пожалуй, двери вообще не буду открывать. Может мне здесь и остаться жить? Че, смотрите, сколько мусора. Я уверен, среди него есть и питательные какие-нибудь вещества. Сейчас бы мизимчики, что там еще, и смекту, и нормально жить можно. Это уже на самом деле моя третья попытка, потому что вторая вообще мне ничего не принесла, я ничего не нашел. А тут буквально сразу нашел ключ. Вот белый от этого замка. Но дядя Леша решил снова побуянить, поломать игру и снова приперся сюда. Вот только посмотрите на эту наглую морду, а? Я же пытаюсь играть, а ты мне мешаешь, дурак. Мне за него придется точно погибнуть хотя бы раз. А, черт, все, ну все, я все обыскал. Придется встречать дядю Лешу. Ну давай. Вот ублюдок, а. Просто в самом начале игры меня обвалит. Вот скотина. Ладно. Кстати, в первой комнате я так ничего не посмотрел. Может, здесь валяется что-нибудь? Ах, что? Этаж номер 9. Я даже не изучал никакие предметы. Он, оказывается, странные звуки издает, когда видит будильник. А, во. А? Это буква, которую я находил. Дядя Леша, я надеюсь, ты ушел уже. И не будешь тусоваться на моем этаже. Все, слава богу, свалил. Теперь нам надо будет найти какой ключ. Синий. Крадемся как мышь. Блин, ну я так не люблю. Тут еще искать это все, блин, хрен найдешь. Хрен откроешь, еще дядя Леша за тобой ходит. Готовы тебя убить в любую минуту. Зато я нашел белый ключ, который точно от комнаты где-то сверху. Надо закрывать за собой двери. Надеюсь, он не умеет их открывать. Иначе нас ждет смерть. Давай, возьми. Только не говори, что ты здесь. Черт! Лол. Дядя Леша, я тебя вижу. Ты пьяный, ты не понимаешь, что тебя видно. Ты думаешь, что спрятался, но это не так. Дядя Леша, свали, пожалуйста. Хватит свои лысины сверкать. Лол. Ну вот зачем ставить решетки на окна? Вот из-за того, что все поставили решетки на окна, я теперь выпрыгнуть не могу. Ну давай, давай, псина. Нет, нет, я пошутил, не надо было, блин, дурак. А, еще красная дверь. А красного ключа у меня здесь нету? Вон же красный ключ, отлично. Скидывай. Так, берем красный ключ, который подходит
к этой двери. Как закрыто? А. Как не подходит? Это ключ, на котором нарисована рука. Та же самая рука, я не понимаю. Вот, смотрите. А, дядя Лёша! Нет, нет! Все, смерть. Ребят, ну все, я что-то пытался, у меня как-то вообще не идет. Здесь очень-очень много предметов, которые надо искать по четырем квартирам. Вроде ничего сложного, но их так много, и непонятно, что они открывают. Половина вообще не открывает, половина открывает. Здесь четыре вида ключей, с кучей видов топоров и прочего. Так что давайте сделаем так. Если вам понравилось видео и вы хотите продолжение, то обязательно напишите об этом в комментариях и поставьте лайк. И мы с вами уже пройдем эту игру, я надеюсь. Ну а на сегодня все. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Чао.